Дорогие друзья, всем привет! Мы с Зелимханом Бакаевым сегодня проверим, кто насколько знает друг друга. Чё? Ничего, а что? Можешь чуть отвернуть, чтобы я не видел? У Зелимхана день рождения 1 июля 96 года. Чё ты подглядываешь? 1 июля... Это N или L? N. 21 ноября. Правильно. Ну, молодец, знаешь. Знает, когда день рождения. Жду подарок. Ой-ой-ой-ой. Ну, пусть будет так, ладно. Запутаем. Вес. Самое трудное это в его случае. Он просто варьируется у меня, очень часто. Ну, назову его идеальный вес. Это идеально у меня был в лет 15. Это 89, пусть будет так. Рост у него, если я не ошибаюсь, 1.88 м. Почти. По последним данным, да. Но Зелимхан весит, тоже у него варьируется часто, конечно, в последнее время. Я думаю, он сейчас весит где-то 70, может, 75 где-то. Да, не, все. Много? Мало. По последним данным, мало. Не, ну ты сейчас приехал, Коля Георгиевич, через 5 дней ты... Я нормально скинул, кстати. Вот, а рост примерно метр... Знаю, где-то 1.80 м. Да, да, молодец. Как? Дожал, да. 80? Да. Так какой ты 80? 78, нет? Ну, когда я... Мерю, я всегда вот так делаю. Боссов 1.80 м, да, без боссов. А я уже забыл, исчез. По-моему, вот с ним. Официальных игр, да? Не, без разницы, да? А, я знаю, с кем я дебютировал. А, с кем ты дебютировал? Мне надо сказать, что да. Ну, наверное, нет. А как с кем ты дебютировал? 10 минут снимаем, только сейчас правил. Подожди, подожди, с кем ты дебютировал? Я забуду, пытаюсь просто. Я помню, ты в основе вышел с Сан-Марино где-то, не, что-то не, такое. Не, не, но это в основе. Да. Дебютировал ты... Скажи первую букву. Первую не скажу, но всего 7 букв. Сейчас вообще у тебя... Да, сейчас у меня... Перезагрузка в голове просто... Скажи первую букву. Windows переустанавливать. В. Венгрия? Венгрия, да. Я вспотел, блин. Не, по-моему, Венгрия, да. Мы, по-моему, 3-0 выиграли там или что-то такое. А у меня? Таких подсказок не даю. Его ошибка. Ничего личного. Да не, я вообще не могу даже предположить. Ладно. Мы тогда еще после матча с плакатом около болельщиков были, выездная игра была. Большой длинный плакат был. Вышел на минут 13. Евро было вроде. Выход. На евро вышли. Они техничные очень считались, типа, знаешь, на мяче такие. Сан-Марино, что ли? Нет. Тепло. Отдыхать можно там, понятно. Кипр? Да. С Кипром ты дебютировал? Вроде бы. Не, как... Я все свои голы помню. Я тут свой гол помню. Ты забил, да? Да. Ну, что я ему подсказываю? Сколько он сыграл матчей-то? Кто его знает? Ну, пусть будет... А, я свое пишу, да. Так, а сколько у меня голов? Я помню, я сейчас просто вспоминаю. Не, покажи. Я сейчас вспоминаю, как я их забивал просто. Через себя был гол. Бельгии был гол. Я по вратарям вспоминаю, кому я забивал. Куртуа, Облак. Это только начало. Ты меня показал, эй. Ну... Показывай, ты уже перечислил мои 2 гола. Не знаю, матчей, наверное, 5-7, может, вот так. Чё, один, наверное, не знаю. Наверное, говорит. Один, да? Ты 12 игр сыграл? Да, мой игрок. Там по 4 минуты. Игр 7 по 4 минуты. Не, я сыграл одну игру. И 12 голов? Да. Я думаю, у него игр там 45, 46, 50, где-то вот так. Ты типа видел? А? Я видел 40. Ты написал. И черточка. Я думаю, у меня где-то 40, 46 было, я смотрел. 45 что-то такое было точно. Пусть будет... 41? А товарищ 41. У него игр.
и 2 мяча забил. 41 игра, да? Что маловато. Это маловато, цел, Георгий, за такое долгое время. Там чуть пропустил. Разминка. Что? Разминка. Нет, у меня вот. Значит, при чем здесь взвешивание? Это же тоже как футбольно считается. Ну, то есть вот так, я тоже взвешиваю. Второе написал, но бега не люблю. Бега, сам, взвешивание, да. Логично, да, блин, я подумал вообще, блин. Так, ну Зелим что не любит? Работу с мячом не любит. Считает, что он, ну ладно, не будем об этом. Ну, наверное, бега, не знаю, пусть будет бега. Нет, я больше всего ненавижу эту разминку. Разминку? Да. А у него листочка не хватит там. Я не знаю, тяжелый вопрос. Я даже не знаю, что написать. Что-то одно надо выбрать? А если нет, то вот. Я не знаю, что писать. Что ты пишешь, Марк? Да вылез мяча, скажи, блин, ну что ты, блин? А, давай. Короткая 50. Длинная сколько? Я не знаю, что писать. Хитрый на поле. Выбор позиции. Это все отсутствует. Это все у тебя есть. Интеллект. Что ты написал, Георгий? Первую букву скажи. Д. Дриблинг? Нет, давай отгадывай. Много написал, да, как я угадаю. Ты сейчас на каком языке разговариваешь? Короткая 40. А, да, длинная передача, да, написал? Вынос мяча. Подтвердил, что длинная передача и вынос мяча — это разные вещи. Лучше его, я думаю, что дриблинг. И... Да все, все. Ну, дриблинг, да. Он хвастается этим дриблингом каким-то. Еще никто не видел, правда. Нет, это точно тяжелый вопрос. Это никто не отгадает. Тем более я правду не хочу писать здесь. Пишай. Давай по-русски разговаривать. Ты в сборной России. Что он любит? Я пишу на сегодняшний день. На сегодняшний день. Чтобы я сейчас съел. Я знаю, я не могу это слово сказать, чтобы ты съел. Я тебе потом скажу. Все любит, все уничтожает. Я не знаю, что могу сказать. А мы-то знаешь, 1 на 1 000 000, что я попаду. Не, у него первого, второго, третьего не бывает. У него все первое, все в топ. Многие любят грузинскую кухню, но Бакаев любит хинкали, я знаю. И мясо тоже очень любит. Ну, молодой, он всегда перестраховывается, и второе что, тоже. Что-то будет такое с мясом связанное 100%, и немножечко мучного он тоже добавит. Я не знаю. Первую букву скажи. Но хингали тоже есть, я тебе так могу. А, даже так, да? Конечно. Ты несколько добавил, что же? Почему? Это нечестно. Конечно. Ну, на сегодняшний день я же. Хингали будет у него. Так. Хичины могут быть у него. Ну, почти, почти. Только вот ближе к моей, этой. А, хачапури. Хачапури, так. Еще что будет? Такое, курочка в соусе таком. О, я не помню это. Да. Я понял, про какую-то, про что ты говоришь. Там, кстати, мы ели тоже. Да, я понял, да. С этим, с соусом. Ореховый соус такой, да? Да, да, меренговый, да. Какой меренговый? Это уже десерты пошли. Хачапури, сацеви, хинкали и пиццу так можно еще. По настроению. По настроению. Одно блюдо. Это одно блюдо, все. Всем спасибо, было приятно провести время. Мы не знаем, где это будет показывать, поэтому смотрите. Там, если есть лайки, ставьте лайки. И всего вам самого хорошего. А мы пойдем покушаем рис и вареное мясо с Валерием Георгиевичем. Спасибо.